по веткам метро, по уснувшим пустым переходам проходит любовь. Осторожно, неслышно в ночи, и так же бесшумно она умирает с восходом, не ведая, что пешеходы ее палачи. Когда на рассвете ты встанешь с холодной постели, сожмешь в своих пальцах помятую ткань простыни, потом босиком пробежишься на цыпочках к двери, защелкнешь замок и заплачешь от чувства вины. Скажи мне всю правду, ответь, почему его любишь? Он курит, он пьет, он уходит к другой по ночам, ты все понимаешь и все понимая целуешь, а после таскаешь его к непотребным врачам. Скажи, сколько стоит любовь, если это возможно? Ответь, кто спасет этот мир, если продана честь? Я этот грааль поднимаю к губам осторожно, последняя капля, и значит, спасение есть. Я пью за тебя! Даже если итог мне известен, любовь — это яд, так давай его выпьем до дна. Со мной умирают стихи ненаписанных песен, у нашей любви этой ночью смешная цена. Любовь не умрет, если мы доживем до рассвета, но как это страшно, когда наступает восход, спокойно глядеть, как ты жадно дымишь сигареты и плачешь, и шепчешь, что солнце уже не взойдет, любить и гореть, умирать, возрождаться из пепла, а если гореть, то сгорать без остатка дотла. А если любить, значит вечно лететь против ветра на крыльях любви, поднимающих под облака. Сегодня снова не спалось. Сон алкоголика короток, а пиво бешено лилось в колодки ненасытных глоток. Чужие люди тут и там, откуда кто, куда, не знаю. Квартира — вылитый бедлам. А с вечера казалось раем. И кто-то струны рвет в углу моей потрепанной гитары и дико воет на луну. А в рюмках тушатся сигары. Но тут какой-то маргинал продекламировал Шекспира. Я с облегчением осознал, что это не моя квартира. Вот. Бывает такое, вот мне одна девочка в свое время написала, это было, я еще в Москве тогда работал, она мне, Васька, пишет, как, говорит, у тебя дела? И это было тоже так называемое сиюминутное. Я ей пишу так. Я сегодня утром рано встал, не выспавшись с дивана. Голова моя с похмелья разрывалась на куски, в сумку покидав компашки, хлопнув водочки рюмашки и за котом убрав какашки, я помчался на такси. Но была одна забота, надо же ехать на работу, а ужасная зевота сводит челюсти мои. Почему мне так тоскливо? Ну потому что много пива непонятного разлива принесли друзья мои. Я сегодня пить не стану, спать сегодня лягу рано, даже телевизор сраный я не буду донимать. Лучше погружусь в работу, ну, чтобы денег заработать, чтобы было, что в субботу нам с друзьями пропило. Вот. И еще был один момент. Я инструктор парашютного спорта, да? И одна девочка мне тоже пишет, говорит, а как вот я вот хочу первый раз прыгнуть с парашютом? Описывать инструкцию — это долго и неинтересно. Я ей написал так. Помню все от начала. Без кольца и страховки, ты что-то кричала об инструкторе Вовке. Что он, дескать, безглазый, что он, дескать, зараза. И без руки к тому же. И кому вообще нужен? Парашют был уложен после пьянки, похоже. И раскрылся не сразу. Не, все же Вовка зараза. До последней, до точки. Хорошо, грязь и кочки. Ты на пятую точку опустилась с той ночкой. Ты в больнице в Европе. И держишь не на попе. Пусть Вован материса, он обязан жить. Это вот на тему стихов, как бы вот такие короткие зарисовки.